Всем привет! В новом видео я вам покажу один из парков Шанхая, Чжуншань парк. Тут возле парка прям тренируются в каллиграфии. Красиво очень рисуют иероглифы кисточкой. Не знаю, правда, с какой целью, но очень красиво, забавно. Тут даже не один мастер, их несколько, и в разных точках парка. Ну, подсказка есть в руке. Здесь площадка, запускают змеев, очень красиво. Вот и водоем в парке небольшой. Магазинчик небольшой. Прошел уже вглубь парка. Здесь уже немножко поменялась картина. Еще один водоем. Такие вот переходы забавные. Вот сцена. Что мне еще понравилось рядом со сценой, измеритель шума в децибелах. Я больше нигде таких не видел. Прикольно очень, когда проходит какое-то представление, можно увидеть, насколько это шумное мероприятие. Также вот дату пишет 22 января 2018 года. Вот передо мной ловушки для мух и для комаров. Зашли в DIY студию при парке. Вот тут подделки из глины, керамические разные чашки можно делать, также их расписывать. Вот здесь такие образцы. Сейчас уже поздно, аттракционы не работают. Вот такие вот аттракционы, машинки, всеми любимые в детстве. Вот здесь вот
интересный аттракцион, не первый раз его наблюдаю в Шанхае. Экскаваторы мини, но серьезно, все на гидравлике. Можно детям потренироваться, свои навыки. Уже темнеет, включили освещение, такие вот фонари. Буду завершать прогулку по данному парку. На этом все. Жмите лайки, комментируйте данное видео, подписаться на канал не забывайте, чтобы не пропустить много интересного. На этом все. Все, пока. Пока.